Ветрович готов давать стартовый свисток. Разыграли футболисты Манчестер Сити. Именно они сегодня в совершенно нетрадиционной для себя форме. И посмотрим, что же все-таки действительно интригующим, как никогда. И может быть, именно сегодня забудут. Судя по всему, очень хорошо полили газон Камп Ноу. Хороший прострел, и не повезло. И из-за этого мы не выиграли. Манчестер Сити не сумел реализовать два для того, чтобы не ошибаться никогда. Это едва ли. Луис Суарес. Моментов без вратарских спасений эта встреча проходит. Но вот, может быть, сейчас все изменится. Месси по штрафную. Здорово. Иньеста дальше. Месси, момент. Можно забивать. Месси. Браво. Как хладнокровно Месси переигрывает Клаудио Браво. Лионель Месси из тех футболистов, которых невозможно остановить. И сегодня именно Месси, нанося первый удар в створ ворот, открывает счет в этом матче. Браво, Месси. Браво, Барселона. Оживает Камп Ноу, празднуя это событие. То, что написано у Месси и на шортах, и на футболке, теперь еще и красуется на табло этого великого стадиона. Смотрите, Маскерано помог. Мяч достался Месси. По сути, голевой пас делает Иван Ракитич, который врывается в штрафную площадь. Но почему же так зависли футболисты Манчестер Сити? Побежал к мячу первым Месси, хотя он далеко не являлся тем человеком, который ближе всех находится к Месси. Пока сам разворачивается, не дает никому из соперников мяч у себя отобрать. И сейчас должны быть аплодисменты на Камп Ноу. Пропускает мяч Суарес на Месси. И в итоге Суарес успевает завершить эту атаку собственным ударом. Хотя, конечно, все взгляды были сейчас адресованы двум персонажам. Лионелю Месси и главному арбитру. Ну, точнее, адресованы, а обращены. Вот именно так. Пока у Хосепа Гвардиола и его команды. И, по-моему, к штрафной. Подачу исполняет Месси. Ракитич. Удар головой мимо. Реагирует Александр Каларов. Он обращается к первому помощнику Милорада Мажича. Сегодня это Милован Ристич. Намекая на то, что было бы неплохо поднять флажок и зафиксировать офсайд. Все-таки именно это организовать хотел Манчестер Сити. О, Клаудио Браво. Вот это уже была игра с огнем. Потому что любое касание может предопределить судьбу. Де Брюйне. Стерлинг. Здорово сыграно. Кевин Де Брюйне. Похоже, Де Брюйне бил поворотом. Это не передача, это не рикошет. Это именно замысел этого рыжеволосого бельгийца. Видел он ближний угол и туда направлял мяч. Но со Стерлингом сыграли действительно здорово. Вот Де Брюйне. Раз, два, три посмотрел, где же там находятся партнеры. Они действительно были закрыты. Поэтому решил бить сам. Гюндоган очень далеко. Мяч отпускает, но все-таки сохранил владение. Дальше проткнул. Дальше на Давида Сильву. Слева Нолито. Нолито с левой ноги бьет. Марк-Андре Тер Штеген. И первое ли это попадание в створ его ворот? Похоже на то. Нолито зарабатывает угловой. Между прочим, Сельта очень долго не могла обыграть Барселону в испанском чемпионате. И именно гол Нолито в свое время позволил этому событию случиться. Ну а последние годы Сельта вообще становится грозой для Барселоны. Вот совсем недавно, в позапрошлом матче, Сельта обыграла Барсу со счетом 4-3 на своем поле. Давид Сильва, подача с угла Поган. Пошел в штрафную, обыграл Жерар Пике. Гюндоган бьет, и браво, Марк-Андре Тер Штеген! Это было восхитительно! Причем как со стороны атакующей, так и со стороны защищающейся. Гюндоган, еще одна попытка. Мимо. Мимо, и удар от ворот подсказывает Милорад Мажич. А мы бы с вами сейчас, конечно, хотели видеть повтор. Как здорово сыграл Илкай Гюндоган. Он был в прекрасной позиции. Но Марк-Андре Тер Штеген и его кошачья реакция оставляют лидерство за Барселоной. И как говорят, что именно переходчик. И стараюсь произносить. Но Лито, штрафной площади. Старых хороших знакомых. Здесь есть еще и Лео Месси, который так и со стороны защищающийся. Гюндоган, еще одна попытка. Мимо. Но с партнером как классно открывается Гюндоган. Вот такой вот удар получается у него. Кстати, не убежден в том, что Гюндоган задумывал исполнить нечто подобное. Но как здорово открылся Гюндоган, и за ним не побежал ни один футболист Барселоны. Смотрите еще раз. Оп. А представляете, попал бы. Есть ощущение, что Марк... не ошибиться. Сильва подает. Удар поворотом мимо.
и не было офсайда. Вот так шанс у Стоунза. Невероятный эпизод. Не понимает наверняка Пеп Гвардиола, как можно было здесь не попасть, ведь все было так бережно подготовлено для Джона Стоунза. И подача идеальная, и удар хорош. И Терштеген точно бы не помогал, и штанга бы наверняка не спасла. И вот она, реакция Гвардиолы. Манчестер Сити. Месси. Вот это трио. Когда у чужой штрафной площади оказывается, это всегда опасно. Суарес бьет, Клаудио Браво. Ну и здесь и руками нужно сыграть. Ах, Барселона сейчас как будто из засады выскочили. Такая партизанская атака получилась. Непонятно как, но все втроем. Суарес, Месси, передача вперед. Стоунс ничем помочь не может. Сабалета прибежал, но тоже брался Стерлинг дальше. Он уже штрафной. Прострел. Де Брюйне дотянулся до мяча, удар нанес, но попал в сетку с внешней стороны. Ну, кстати, может быть и угловой. Нет, нет, все-таки удар от ворот. Гвардиола подошел аккуратно поинтересоваться, не было ли там игры рукой. Пацит, так что вполне возможно мог Милорад Мажич здесь задуматься о том, чтобы назначить пенальти. Но в итоге 1-0 в пользу Барселоны забивает Лиана Миров. В воротах Барселоны Марк-Андре Тер Штеген, Хавьер Маскеран. Золотую куц как лучший бомбардир прошлого европейского клубного сезона. 40 мячей он забил в Ла Лиге. Ну и, конечно, это достижение. Постоянно был в центре внимания лишь концовки. Но вот сейчас Де Брюйне очень активен. Удар по воротам наносится. Марк-Андре Тер Штеген, как Де Брюйне, пытается приободрить, но лит. Он в итоге подать. Регулярно выходит на поле у Гвардиолы и Лерой Санне. Иногда даже в стартовом составе. Ох, какая ошибка Клаудио Браво! Так он же руками сыграл, судья! Это должна быть карточка. Это будет карточка красного цвета. Ошибся в итоге Клаудио Браво. Помните, в первом тайме мы с вами гадали, кто же из вот этих 22 футболистов, что на поле, допустит какую-то глобальную ошибку. И вот это происходит. Ну, есть Кабальеро, который только-только в игру вступил. Бьет Месси выше. Или Кабальеро многократно приезжал на Камп Ноу в составе Малаги, еще одной испанской команды, и в рамках Кубка, ну, еще чаще в рамках чемпионата, потому что все-таки Кабальеро был основным голкипером Малаги. А в Испании для всех команд характерна история, когда не понимал Фернандиньо, не был готов Илкай Гюндоган, потому что... Тут тоже есть определенная логика. Но давайте об этом позже. Суа слева. Ну и в центре Стоунс, Отаменди и Калар. Но нет. У Гвардиолы и на этот счет были свои мысли. Месси. Бьет сам Месси в угол. Точно 2-0. 2-0 Лео Месси. Видимо, это удел Гвардиолы. Приезжать на Камп Ноу и получать 2 от Лео Месси. От того самого футболиста, которым он назвал лучшим в современном футболе. И еще раз можно процитировать Гвардиолу. Когда Лео Месси в форме, его нельзя остановить. И вот этот гол даже несколько похож на то, что Месси забил ворота Баварии тогда в полуфинале Лиги Чемпионов. Перехват мяча на чужой половине поля. Еще один голевой пас от Андреса Иньесты. И вновь здесь, казалось бы, опускаются сразу два шлагбаума, две ноги защитников. Но это не мешает Месси. Но... атаку. Согласитесь, до удаления, до счета 2-0 не было такого комфортного ощущения для Барселоны. Она сама себя так не вела. Но вот передача Гюндогана. Де Брюйне может вернуть Сити в игру. Де Брюйне нет, 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 не дает это сделать Марк-Андре Тер Штеген. Еще одно прекрасное действие вратаря Барселоны. Отличный пас Гюндогана. Прекрасно действовал изначально Кевин Де Брюйне. Он бежал в свободную зону. И вот именно такие моменты должен постараться поймать. Менди перехватил мяч. Гюндоган. Ну, сейчас вот может быть 3-0. Может быть 3-0, может быть 3-0. Есть 3-0, есть 3-0. Хет-трик Лео Месси. Ну, вот и Гюндоган предголевой пас на свой счет записал. А реально голевой сделал Луис Суарес. 3-0. Да, не везет Гвардиоле на Камп Ноу. После того, как он ушел из Барселоны. Эти цифры он видит уже не первый раз. И ведь это еще не конец. 6 голов в 2 матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Ну, выходит и хет-трик. Это же Месси.
что здесь? Здесь Гюндоган, конечно, хотел сыграть на Стоунза, но не получилось. А дальше насколько все изящно. Итак, Каларов, разбег, удар. Терштеген отбил, но отбил прямо на Стоунза. Еще один шанс, но не успел сориентироваться защитник. Одним касанием. Верни мяч туда, вперед. И было бы уже 1-3. Месси. Месси оказался на газоне. Это было не просто так. Я думаю, конечно, что это было бы слишком примитивно сказать после этого матча, что у Барселоны... Здесь передача на Месси. Мяч у Неймара. Сейчас Неймар будет сам решать. И он решит. 4-0. Не с пенальти, так с игры. 4-0. Барселона забивает и 11 на 11, и 11 на 10, и 10 на 10. Это Барселона. 0-7 в двух матчах с Баварией. 4-0. Три мяча забил Луис Энрике. Забил Лионель Месси. Плюс еще один голевой пас. Два удаления. Нереализованный пенальти. Мне кажется, все, кто этот матч наблюдал,